Сбылась мечта всех любителей и ценителей кино нашего города. По хорошо знакомому Шадринцам адресу, улица Розы Люксембург, 7, распахнул свои двери обновленный, получивший вторую жизнь кинотеатр «Октябрь». Напоминаем, что он открылся после реконструкции и модернизации 5 мая. Его усовершенствование стало возможным благодаря финансированию от фонда кино, которое составило около 4 миллионов рублей. Благодаря этим средствам, помимо прочего, была подготовлена необходимая техническая документация по модернизации и закупке оборудования. Что важно, за его установку взялась одна из самых опытных в этом компаний – «Нивафильм» из Санкт-Петербурга. Мы им доверили полностью доставку, установку и настройку нашего оборудования. Сделано было все это превосходно. Теперь мы получили в своем распоряжении современный цифровой кинопроектор с самой современной 3D-системой, которая является поляризационной. Это современная 3D-система, благодаря которой изображение остается естественным, цвета не искажаются, не затемняется экран. Перед показом зрители получают легкие, практически невесомые очки, которые не мешают наслаждаться просмотром и не доставляют никакого дискомфорта, позволяя полностью погрузиться в атмосферу фильма. Этому же помогает и акустика, отстроенная самыми точными приборами. Теперь здесь создан эффект звука вокруг, прекрасно воссоздающий звуковую обстановку фильма. К тому же, благодаря кинотеатру «Октябрь» можно не переживать о том, что вам не хватит места в зале. Теперь вы точно не пропустите долгожданную премьеру. Самый большой зал, кинозал в городе на 264 места. В принципе, проблемы с нехваткой места у нас нет как таковой. То есть можно как забронировать билеты, если вы хотите какие-то конкретно удобные места, которые вы хотите. Либо, если не успеваете и приходите даже перед сеансом, то я думаю, что мы найдем для вас место, и вы сможете посмотреть кино. Премьеры в октябре идут теперь первым экраном, без отставания, в 3D и 2D формате. Все блокбастеры в кинотеатре можно увидеть в день выхода картины. Среди премьер июня фильмы «Иллюзия обмана 2», российский триллер «Чистое искусство» с Анной Чиповской и Петром Федоровым, фильм ужасов «Заклятие 2», фантастический боевик «День независимости. Возрождение», картина «Одноклассницы» со Светланой Ходченковой, Дмитрием Хрусталевым и другими известными российскими актерами. Так что насладиться кино здесь смогут любители самых разных жанров. Кинотеатр «Октябрь» легко заинтересует и самых юных зрителей премьерой мультфильма «В поисках Дори», новыми выпусками «Мульт в кино». Также у нас на протяжении всего месяца и вообще всего летнего периода такая серия мультфильмов, как «Мульт в кино». Мы им работаем тоже первым экраном в каждый день. В общем-то, при возрастном ограничении 0+, фильм для любой зрительской аудитории, то есть можно приходить со всем маленькими детишками, мы всем будем рады. Кроме того, к премьере мультфильма «В поисках Дори» будет приурочено открытие детской площадки во дворе кинотеатра. Она будет работать все лето. В конце месяца в прокат выйдут картины «Тарзан. Легенда» и мультфильм от Стивена Спилберга «Большой и добрый великан», в котором девочка Софи попадает в страну великанов. Ей повезло, ее похититель здесь оказывается единственным добрым великаном. Он, действуя в обстановке строжайшей секретности, коллекционирует хорошие сны, которые по ночам раздает детям. Рейтинг ожидания этой картины на сайте «Кинопоиск» составляет 91%. Оценить новое творение легендарного режиссера совсем скоро смогут и шадринцы. Кинотеатр «Октябрь» старается быть как можно доступнее для своих зрителей. Здесь самая гибкая ценовая политика. Билеты в кино могут стоить от 100 до 250 рублей, в зависимости от дня и времени показа. В дневное время можно посмотреть фильм по самой низкой цене, даже если это его премьера. Постоянно обновляется информация и в группе ЦДК «Октябрь» в социальной сети ВКонтакте. Здесь можно следить за афишей, узнавать о предстоящих премьерах и даже участвовать в розыгрыше различных призов, которые также придутся по вкусу киноманам, так как напрямую связаны с фильмами, которые взяты в прокат. Билеты можно бронировать заранее по телефону 5-26-27, либо в кассе кинотеатра. «Октябрь» – единственный муниципальный кинотеатр во всей области, ждет своих зрителей каждый день и, как и раньше, призывает их любить кино со страшной силой.